Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный вязаный наборчик, который подойдет как для осени и весны, так и в принципе для теплой зимы. Наборчик довольно-таки теплый, благодаря тому, что я его вязала с полушерстяной пряжи. Использовала пряжу Lana Gold. Ушло у меня на данный набор 2,5 моточка. По вязанию шапочки у меня есть видеоурок на моем канале. Посмотрите ссылочку ниже в описании под этим видео. А данный снуд я не записывала мастер-класс, но есть по вязанию данного узора видео отдельное. Вы набираете 52 петельки и вяжете снуд где-то сантиметров 115, где-то порядка 1,15 м. И затем просто его сшиваете. Получается, как на мой взгляд, довольно-таки тепло, плотненько. И, в принципе, такой наборчик можно связать как для парня, так и для девушки. В зависимости от окружности головы вы варьируете набор количества петелек изначально на шапочку, так и на снуд. Если хотите шире, соответственно, набираете больше петелек, если хотите уже меньше петелек. И, конечно же, длину я вязала снуда в 2 оборота восьмеркой за капюшон. То есть, если хотите более, скажем так, просто на капюшончик, либо если у вас верхняя одежда без капюшона, то, соответственно, вяжите немножечко короче, то есть порядка до 1,1 м. Конечно же, кому понравилось, обязательно поставьте лайк. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Смотрите ссылочки ниже. Хорошего настроения. Пока-пока!